Слушать сегодняшнюю сказку. Итак, начинается она с того, что жил-был принц. Красивый? Очень. Но не было от его красоты никакого толку. Почему? Да потому что этот принц никого не любил. И вообще, его душа ничего не чувствовала. А какой же может быть толк без любви и чувств? Принц, красивый, румяный и юный, что тебя привело в этот край? Заблудился, без толку плутаю, по дороге брожу круговой. Помоги-ка, а то я не знаю, как добраться отсюда домой. Погоди, я обязана, что ли, всем прохожим в пути помогать? Но ведь я не какой-нибудь кролик, я ведь принцу могу приказать. Ежели так, то конец разговору, я приоткрыть тебе тайну готова. Трубку укажет из темного бора слово. Скажешь, чудо не надо иного, двигайся к дому путями прямыми. Слово, какое же именно слово? Речами пустыми, ребусы мне ни к чему и секреты. Имя, какое же именно имя? Это имя, которое не позабудешь ни под грозой, ни в снегах, ни под ветром. Ничего-ничего-ничего! Квинтер, Финтер не сыщет дороги, тот, кто любит себя одного. Выполняй, если ты обещаешь, имя названо, время идет. Ты хоть что-то в себе ощущаешь? Да, под ложечкой вроде сосет. Да, чего же печально и грустно, ты останешься здесь навсегда. Если в сердце просторно и пусто,
мне теперь делать, колдунья? Просто чувствовать и ощущать. Все, конец сказки. Не может быть. Ну почему же? Потому что никто не жил счастливо и не умер в один день. Ну а какое же может быть счастье в истории, где нет ни любви, ни чувств? Ну ладно, уже поздно, пора спать. Завтра же с мамой уплывается. Собрались ночные тени, тихо стало в доме. Наберем мы сны темные. Thank you.
непонятный кролик. Большое спасибо. А можно взять его на руки? Вряд ли. Боюсь, он не из тех кроликов, которые легко идут на руки к незнакомым. Недурно сказано. А что он умеет делать? Ничего. Тогда много ли от него прок? Конечно, много. Это же Эдвард. О, да, юная леди, как же я сразу не догадался. Смотри, как весело серебрятся волны за кормой. Смотрел петушок и прокукарекал потешно. Смотрите на каждой волне гребешок, мы родичи с ними, конечно. Кукареку! Потом посмотрели на море валы и стали мычать от волнения. Му-му. Полундра! Кролик за бортом! Прощай, море, как пришла беда, страшнее не бывало бед. Тебя крабьих клешней. Крак, 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 крак. Отличный пиджак. Мне в глубине странновато немного. Трудный маяк оказалась дорога. Спряталось солнце вдали. Вот бы узнать, для чего осьминогу мокрые брюки мои. А вдруг замерзну без брюк? Кто и зачем меня вверх поднимал? Может, кролики так умирают в чьих-то недобрых руках? О, ужас! Он чувствует страх. О, ужас и страх! Кажется, то, что сейчас возникает. Свежайший кролик, прямо из моря. Нравится? Еще бы не нравится. Бывает же такая красота. Сюзанна, вылитая Сюзанна.
Какая же ты хорошенькая, Сюзанна. И с ними вступают в беседы. Какие же ты-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 
А те, выражаясь беззлобно, что даже глядеть неудобно,